Привет, ребята! И добро пожаловать на наш канал! В этом видео мы вам покажем 3 суперпростых рецептов слаймов без клея и которые сделает абсолютно каждый. И главное, эти рецепты работают. Мы проверили. Давайте начнем. Для этого мы не будем использовать ни клей, ни загуститель. Но перед началом мы хотим вас попросить подписаться сейчас на этот канал и нажать на колокольчик. И если вы подпишетесь сейчас, вы очень сильно нам поможете. Итак, нам для этого понадобится воздушный легкий пластилин. А что мы будем добавлять, увидите в этом видео. Смешаем цвета. У меня радужный. У меня вот такой розовенький получается. Очень красиво. Да, у меня получился такой вот цвет. У тебя не очень. У меня вот такой розовенький получился. Мне очень нравится вот этот цвет. А у мамы получается коричневый. Вот цвета смешались, и они очень нежные. Следующее, что мы добавим, это теплая водичка, но по чуть-чуть, чтобы он не лип к рукам. Надо обязательно теплую водичку, ни в коем случае не горячую. Добавим немножко шампуня, можно любого, так как шампунь размягчает. Теперь добавим пенку для бритья. Очень простые ингредиенты. Вау, как круто получилось! Очень крутой баттер слайм. После пены наш будущий баттер слайм стал помягче. Но еще и совсем не тот, что хотелось бы. Попробуем добавить еще воды и шампуня. Добавлю еще водички. Чуть-чуть. С каждым разом он радует меня все больше и больше. И он стал уже довольно эластичным. Мы даже не думали, что у нас так хорошо получится. Слайм очень текстурный, и розочки с него получаются хорошие. Он пушистый, легкий. И воздушный. Прям мега крутой баттер слайм. И он заслуживает лайка. Но из таких простых ингредиентов получился мега крутой баттер слайм. Он круто размазывается и не липнет. Он как воздушная зефирка. Мы советуем попробовать такой баттер слайм обязательно. Кто будет делать, напишите в комментариях, получился у вас такой же или нет. Как сделать классный и мягкий бархатный слайм? И мы не будем использовать ни клей, ни тетраборат. Начинаем! Итак, нам для этого понадобится средство для мытья посуды. Мы взяли средство Fairy и наливаем Fairy сначала. Подойдет абсолютно любое фирмы средство, которое есть у вас дома. Теперь добавляем крем для рук. Можно использовать любой крем, например, крем для ног или старый крем для лица, лосьон для тела
В общем, что-нибудь кремовое. Дальше нужна зубная паста. Зубная паста подойдет абсолютно любая, любой фирмы. И ее нам надо чуть больше, чем крем. Немножко косметического или детского масла. Если у вас его нет, можете не добавлять. Но лучше не использовать обычное подсолнечное. Перемешиваем ингредиенты. И главный ингредиент сегодня – это крахмал. Подойдет любой – картофельный или кукурузный. Главное, чтобы не мука. Добавляем крахмал, пока наша масса не станет густой. Видите, как наш слаймик загущается? По структуре он должен получиться очень классный. Он очень крутой. Смотрите, я уже вижу, как он очень круто тянется. И очень, наверное, будет приятным на ощупь. Уже хочу его пожмякать. Главное не переборщить с крахмалом. Аромат мятной зубной пасты очень приятный. Чтобы слаймик не прилипал к рукам, лучше смазать маслом, можно и обычным подсолнечным. Ребят, если вот так подержать его, то он течет по руках, но потом можно его собрать. Посмотрите, какой слайм у нас в итоге получился. Он тянется, но лучше быстро его не тянуть, ведь в этом слайме нет клея, чтобы сделать его эластичным. Зато он очень мягкий, он очень приятный на ощупь. С ним приятно играть. Получился отличный слайм антистресс. И мне он понравился. А вы напишите в комментариях, хотели бы вы попробовать сделать такой слайм? Без клея и тетрабората натрия. В пленочку он не растянется, но поиграть с ним очень приятно. Итак, ребята, для этого эксперимента нам понадобится тарелочка и ложечка, краска, это по желанию, очень теплая водичка и манная крупа. Да, начинаем. Наливаем очень теплую водичку. Половину, да? Да. Под сколько? Теперь засыпаем манную крупу. Мы забыли добавить цвет, добавь цвет. Я возьму вот сколько. Побольше бери, будет насыщенный цвет. Окей, давайте возьмем вот сколько. Мешаем, чтобы вся краска растворилась в этой манной крупе и воде. Это, ребята, у нас гуашь. Так, давай еще ложечку. Так. Надо еще манной крупы. Уже загущается. Немножко загущается, да. Наверное, потому что теплая водичка. Надо дать немножко времени постоять. Каша, как мы сейчас говорим, немножко питает воду в себя. И посмотрим, что из этого получится. Вот 2 минутки прошло. Вот так вот загустело. Давай еще синие краски добавим. Он какой-то такой бледно-голубенький. Давай. Давай, сыпь. Вот. Вижу, что уже потихоньку получается наш слаймик. Ты веришь в него, правда? Да. Вот сейчас, подожди, Аленка, я покажу такими крупицами. Надо добавлять, друзья, столько манной крупы, как, ну,
можно сказать, на глаз. Видишь, он немножко липнет. Дай еще немножечко. Дай еще чуть-чуть. Или не надо будет, он не будет тянуться. А? Видите, какой он стал классный? Чуть-чуть, не полную ложку. Вот, потихоньку. Давай, чуть-чуть еще. Что, липнет к рукам? Да. Перемешивай. Сильно липнет? Не очень. Классный слайм получился. Очень. А главное, такой большой. Угу. Так что, друзья, мы вам рекомендуем этот рецептик, который может сделать каждый у себя дома. А это, кстати, экологичный слайм. Тянется? Вот. Конечно, он не будет хрустеть, но интересный. Такой слайм-пластилинчик. Я думаю, что если его хорошенько размять в руках, он уже со временем так не будет рукам липнуть. Он кликает, но слабо. Он не хрустит. Он не пахнет клеем. И сделан из одного ингредиента. Друзья, а какие вы рабочие рецепты знаете? Самых простых слаймов напишите в комментариях. Для тех, кто впервые на этом канале, мы напоминаем, вы на канале Эллен Стар. Если вы досмотрели до этого момента, мы говорим вам спасибо. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк нам. Нам будет очень приятно.